Говорится. Так, сегодня у нас вторая часть нашего вебинара, уже такая обучающая. Сегодня в формате вопрос-ответ. Сегодня я для вас здесь отвечаю на ваши вопросы в режиме онлайн. Я пока еще в чате не увидел ни одного вопроса. Ребята, я снова здесь, я сегодня с вами. Жду ваших вопросов. Кстати, пока вы там думаете над вопросами или пишите, кто еще не пишет, поставьте в чат, все нормально сейчас у нас со связью, со звуком, видно, слышно ли, все нормально. Там плюсики, десятки, что там. Так, о, отлично. Поговорим о списке знакомых. Наталья, поговорим. Более конкретизируйте вопрос. То есть, что конкретно? Тут поговорить о списке знакомых можно, я не знаю, часа на два. Как сопровождаем новичков? Ну, все достаточно просто. Вот зарегистрировался у меня новичок, я зарегистрировал новичка. Что мы с ним делаем? Самое первое, я ему даю задание, ну, давайте, точнее так, прям с самого первого момента. Я ему провел скайп-презентацию, человек мне сказал «да», ему интересно. Что после этого я делаю? Я скидываю ему страничку, где он заполнит свои данные. Далее я уже регистрирую его, то есть, к себе в структуру. Да? Все знают, либо там кто-то морковка делает, кто-то еще так как-то. Я уже смотрю, куда его зарегистрировать. Далее я ему даю домашнее задание. Мы обмениваемся с ним e-mail'ами. Я скидываю ему на e-mail книгу. То есть, ну, выбираю, неважно что там. Зачастую я скидываю 10 уроков на салфетках. То есть, чтобы человек почитал, но чуточку въехал в тему. Мне ну раз говорят, Алексей, это несовместимо. Интернет-бизнес и книга 10 уроков на салфетках. 10 уроков на салфетках, она фактически обучает человека классическому сетевому маркетингу. Да, как там работать с людьми. Ну, знаете, что вживую, что классический сетевой маркетинг, что нынешний интернет-маркетинг, база-то везде одинаковая, общий смысл одинаковый. Поэтому пусть почитает. Плюс я даю человеку задание, чтобы он определил свою ближайшую цель. Я ему объясняю, что такое цель, то есть как ее поставить, что там. Зачастую у всех что-то примерно одинаковое. Да, то есть первые доходы, то есть либо выплатить кредиты, либо погасить долги, уйти от кредитов, начать жить за наличку, то есть ну разные, то есть я общаюсь с человеком. На втором мы назначаем с ним второй скайп-собеседование, это обычно в ближайшие 48 часов. Далее с ним выходим на скайп, на повторный скайп. Кто-то выходит, кто-то нет, процентов 80 выходят. Если человек не выходит на повторный скайп, то есть, ну, я ему пишу какое-то сообщение, то есть, чтобы узнать, то есть, о причине, почему он не вышел. Если человек никак не отзывается, то есть я понимаю, что он просто слился, либо же ну, какие-то у него там свои головники, я его оставляю, все, я его не тревожу. Потому что люди все взрослые, все серьезные, мы договорились, человек не выполнил договоренность, все, свободен. То есть я никогда ни за кого не держусь. Да, нет, спасибо, следующий. То есть, но это не значит, что всех лесом посылать. Нет, я всегда интересуюсь о причине, да, то есть какой-то поступка человека, почему он это сделал. То есть, знаешь, мы живем по причинно-следственной взаимосвязи. То есть у любого следствия есть причина. Если человек не вышел на скайп, есть какая-то причина, важно ее узнать. Дверь открыта. Да, Елена, иногда даю о себе знать. Но опять-таки же смотрю по человеку. Раньше давал, то есть всем подряд. Сейчас, ну, какая-то, знаете, вот называется вот в бизнесе как чуйка. Вот пообщаться с человеком, я уже примерно представляю, как, знаете, как фоторобот, да, составляю для себя мнение о нем. Достаточно хватает 10 минут, на самом деле, пообщаться с человеком, и ты понимаешь уже, кто перед тобой. Но это все приходит с опытом, то есть с годами. Да? То есть это должна быть не одна сотня и тысяча пройденных встреч, чтобы научиться видеть людей. Вот. Действительно, даю информацию абсолютно всем.
Ну а дальше уже люди начинают сами себя проявлять. Хорошо. Те, кто говорит «да», то есть мы с ним на повторной скайп-встрече составляем уже первый план, выбираем с ним его цель, к которой он будет двигаться. Обязательно я ему проговорю вживую, что есть маркетинг, да, то есть систему выплат, чтобы человек примерно начал понимать, что это такое, то есть для себя. Хотя бы только базовые моменты, базовые. Я не в дебри не углубляюсь, ему это пока еще не надо. Его нужно постепенно во всю терминологию еще вникнуть. Обязательно я его отошлю на наш командный обучающий сайт, чтобы и проведу ему прям экскурс. Я беру демонстрацию экрана, то есть нажимаю на нужные пункты и говорю, вот здесь изучишь вот это, вот здесь изучишь вот это. Опять-таки же даю ему домашнее задание и проверяю, изучает он это все самостоятельно. На скайп-собеседованиях, либо на вебинарах мы с ним работаем уже по изученному теоретическому материалу. Далее, мы с ним определяемся, как он будет начинать работать, либо со знакомыми, либо с незнакомыми. Определяем площадки для действий. Пароль от сайта выдаю только после того, как человек уже подтвердил свою активность. Когда он разместил заказ и когда мы с ним начинаем уже, то есть, работать с людьми. До этого момента ну, нет смысла. Естественно, то есть будьте готовы, что когда мы начинаем работать, иногда параллельные структуры, которые не в нашей ветке, они могут просто к вам под левым именем зарегистрироваться, даже разместить какой-то заказ, чтобы получить доступ, то есть элементарно, к этому обучению. Поэтому не каждый, кто зарегистрируется, разместит заказ, это действительно тот человек, который готов что-то делать. Может, это вполне быть, может, засланный казачок, как говорится. Промышленный шпионаж пока никто не отменял. То есть я знаю, что даже здесь присутствующие этим пользуются. Иногда сам грешу, но не без этого. Но зачастую все и так видно, и понятно, кто что делает. Как вот у меня сейчас над столом висит табличка, это ну, давно такая фраза коронная, которая, я уже не помню, сколько десятилетий сопровождает ну, всю нашу семью. Как еще мой дед говорил, возможно все, надо только придумать как. Да, но дальше возникает вопрос, чего придумаете? Ну, у нас хорошо, у нас много уже придумано. А дальше мы примешиваем свой творческий потенциал и вперед с песней. Дальше я человека отсылаю на обучающий сайт. Я ему показываю видео, YouTube-канал, объясняю, как со всем этим работать. И мы начинаем с ним уже приглашать людей, в зависимости от выбранного им способа. Либо это знакомые, либо незнакомые, либо соцсети, либо доски объявлений, то есть по-разному. И дальше уже пошла текучка. То есть первые вопросы, первые не получается, первые какие-то косячки. Это все мы отображаем, то есть в режиме онлайн. Как я сегодня говорил, четвертый пункт тех пятерых действий, что нужно человеку уже сделать сегодня, ежедневно быть на связи. Вот с нашим новичком мы ежедневно на связи, чтобы его вести. Вот так мы сопровождаем новичков. Так, Екатерина, ну, получилось у меня дать ответ на этот вопрос? Вот как мы так сопровождаем новичков? Окей, ребят, еще вопросы. Чем могу быть вам сегодня полезен? Что могу вам сегодня рассказать? Могу рассказать много. Задавайте вопросы. Ой, Екатерина, да всеми. Не сказать какими-то большими. Это и соцсети, и доски объявлений. Результативный любой, которым человек занимается профессионально. У нас и те дают на одинаковую отдачу примерно. То есть не сказать, что мы куда-то в отдельно углубляемся. У нас ну и там нормально получается. Как-то у нас вот так вот идет. И люди у нас тоже какие-то универсальные появляются у них и в социальных сетях, и по доскам объявлений. Ну, везде примерно одинаковые результаты. Да, мы сейчас больше онлайн стараемся, поскольку это ну, намного удобнее. Даже находясь в одном городе, то есть иногда мы сейчас проводим живые встречи, планерки. Ну, стараемся больше онлайн.
Потому что бывают тоже люди территориально в разных, даже в разных концах города, чтобы не тратить зря лишнее время, вот так вышли в интернет, то есть в Skype, пожалуйста, то есть сели быстренько, ту же планерочку сделали, там 5, 10, 20 минут, все, пошли заниматься своими делами. Потому что на сегодняшний день время течет быстрее, скорость обмена информацией высока. И поэтому, то есть, ну, нужно вот стараться, где возможно, экономить его. То есть и быть более эффективными. То есть использовать современные средства. Так, давайте вернемся. Как проводите презентацию офлайн по времени? Сколько занимает и рисуете ли? Елена, значит, презентация офлайн. На нашем обучающем сайте есть два пункта. Как работать в интернете, как работать офлайн с живыми встречами. Там есть пункт, какую встречу мы проводим. Там исключительно наш опыт и рисунок, который мы рисуем, и презентацию практически дословно, как я ее рассказываю. Я прям специально записал текст. То есть, что я говорю человеку. Потому что до этого момента никогда никто нигде текст нам не давал. Мы все чисто на слух воспринимали. Даже вот когда я начинал этот бизнес, текста презентации не было. Те слайдеры, фолдеры, которые перелестные такие были, ну там бред был. Там база такая информация, скелет, она настолько официальная была, ну что мрак. Я как экономист-маркетолог, поэтому воспринимали на слух. Даже несколько раз, послушав вышестоящих спонсоров, там Сергея Гаглоева, Рубанов, я элементарно записывал на диктофон, а потом все дословно переписывал и составлялся какой-то текст. Сейчас мы решили, то есть, пойти прямым путем, записали текст работающей презентации, то есть нормально, логичной, внятной, да, без всяких там каких-то левых моментов, и чтобы у человека был отправной текст. Это базовый момент, который даже если вы дословно повторите, уже будет хороший результат. Но впоследствии это в любом случае уже будет какая-то ваша личная подача. Презентация занимает где-то 20-30 минут. Именно офлайн. Причем замечу, что офлайн презентация и онлайн презентация, они различаются. Вот ту презентацию, которую я сегодня проводил, это онлайн. Офлайн она несколько иная. Да? Иногда, зачастую, но где-то 50 на 50. Либо я рисую кружочки, либо не рисую кружочки. Там все зависит от ситуации. Естественно, перед тем, как начать рассказывать офлайн-презентацию, с человеком сначала пообщаюсь, узнаю о нем побольше, выявлю у него потребности, и потом на фоне его потребностей начну давать ему информацию, чтобы он уже примерял это на себя и понимал, что благодаря вот этому, вот этому, вот этому, вот эти свои потребности он сможет реализовать, чтобы он уже как бы вживался в это дело. Так, а так, 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 так. Так. Ага, вот. Елена, ну вот я буквально тоже постарался коротенько рассказать, то есть как мы проводим офлайн презентации. Помогло? То есть надеюсь, поможет вам эта информация. Опять же, я буквально позавчера у своих лидеров, они мне задают вопрос. Ну, новички. Алексей, а как там работать на досках объявления? Есть ли у нас там какое-то обучающее видео? Я понимаю, что люди не идут на обучающий сайт, не смотрят наш канал. Но я человек достаточно, я считаю, что со здоровым чувством юмора и здоровым сарказмом. Да, кстати, это у нас у соседей тут живность. Буквально за окном у меня шикарный вид, то есть на задний двор, газон и там разная живность, петухи он поют. И вот, что говорила, что консультанты, даже уже лидеры, задают мне такие вопросы. Я говорю, ребята, вы не пробовали смотреть наш обучающий сайт? Там как бы эта информация присутствует. И, ну, посмеялись такие, говорят, да, вот что-то мы до сайта никак не дойдем. Я говорю, ребят, ну для кого же это все делалось? Там куча информации, то есть даже если дословно всему следовать то, что там, а там ведь информация разложена по пунктам, раз, два, три, там все четко, уже будет результат. Да? То есть я всегда стараюсь человека акцентировать на самоизучение, на самопознание. Я ему даю какой-то материал, чтобы он изучил, а впоследствии мы этот материал уже вместе с ним обсудим.
Вот у меня политика такая. И далее я всегда уже смотрю на действия человека. Кто-то способен к самообучению, кто-то не способен в принципе. За ним нужно приглядывать глаз да глаз. Естественно, то есть я больше внимания уделяю тем, кто способен к самообучению. Всячески стараюсь продвигать их. Потому что это тот костяк, который будет двигать бизнес. Те, которые не способны к самоизучению, к самообучению, да, с ними чуть посложнее, но я все-таки стараюсь их ускорить их эволюцию и сподвигнуть их к этому. Иногда даже это получается. Иногда не получается, но тогда мы просто остаемся друзьями. Потому что как у меня лидер в структуре был, он считал, что он лидер, когда человек выходил даже на 12% и постоянно сливался. Вот как-то приходами такими был, и в очередной раз загорелся, и да, я хочу, да. Я уже человеку говорю, так, стопы, давай с тобой четко определимся. Если ты сейчас действительно принимаешь решение вести бизнес, так это значит без уже, то есть берем и делаем. Если опять ты планируешь слиться через некоторое время, лучше давай даже не начинаем. И тут же я ему поясняю. Пойми, наши отношения с тобой, человеческие, они останутся нетронутыми. Мы с тобой дружим. Да? То есть ведешь ты бизнес или не ведешь, сотрудничаешь с нами или не сотрудничаешь, на личные отношения это никак не повлияет. Мы с тобой хорошо общаемся и будем продолжать общаться. Но профессиональные наши с тобой отношения, извини, давай мы за ними либо будем следить, либо их даже будем не начинать. И человек меня спрашивает, слушай, а действительно вы не прекратите со мной общаться, даже если не буду в Орифлейме? Я говорю, нет, не прекратим. Человек успокоился, и все. Я понимаю, что все это время он был рядом только из-за того, что просто было человеку комфортно с нами общаться. Вот, может быть, в вашем окружении будут тоже такие люди, которые просто кайфуют от вас и чисто ради этого что-то делают. Делают имитацию бурной деятельности. А вы думаете, что они прямо сейчас попрут, а они годами сидят. Бывают и такие. Так, как много новичков активируется? В каком смысле активируется? Начинают бизнес делать, начинают заказы размещать. Как-то поконкретнее вопросик. Екатерина, сформулирую. Заказ размещают. 80%. То есть из тех, кто у нас практически снайперский отстрел идет. То есть так, сейчас, конечно, настраиваем такую шестиствольную крутящуюся из снайпера, чтобы так кучно пошло, чтобы побольше. Где-то 80% люди размещают заказы. А где-то 50/50 кто-то размещает, то есть начинает интересоваться деятельностью, кто-то нет. Бывает, люди через несколько лет, то есть когда-то что-то делали, сейчас возвращаются. То есть, по-разному, статистика разная. Так, на ответственный и охрипший петух кидал камнями в окно. Да, знаете, уже 3 часа дня, я не знаю, что они орут. Без понятия. Как обычно прогрессируют новички? Прогрессируют, да. Опять-таки же, Диана, формулируйте более конкретный вопрос. То есть конкретизируйте, потому что это достаточно размывчатый вопрос, на него как ответить можно. Как мотивируем на заказ тех, кто пришел из интернета? А это уже идет мотивация в процессе даже самого общения. Когда человек, допустим, интересуется заработком, и тут для него не бывает таким, знаете, как вдруг гром с неба, заказ разместить надо. Мы сразу в презентации уже подводим к этому. Даже сегодня я рассказывал презентацию, был пункт номер 2 тех 4 действий, которые надо делать. Это сменить магазин. Элементарно начни уже брать для себя. Да, что-то брать себе, просто смени магазин. Не надо выбрасывать то, что стоит у тебя в ванной. То есть это стоило денег, ты за это деньги уже потратил. А как начнет что-то заканчиваться, начни уже заказывать. И иногда люди говорят, я не пользуюсь Oriflame. Господи, нечем хвастаться на самом деле. Это я сейчас вам так говорю, так чуточку с сарказмом с небольшим. Естественно, с человеком я говорю так более политкорректно, как называют. Даже самому взыскательному
всегда есть что выбрать. Мы человеку всегда говорим, ну, выбери для себя что-нибудь. Более 1500 наименований есть что выбрать. Допустим, что у тебя закончилось? Или там, задаем кучу наводящих вопросов, чтобы понять, что человеку надо. Все, формируется уже первый заказик. Про 150 баллов мы говорим уже на повторной в скайп-презентации, ой, в скайп-встрече, да, на второй, когда человек изъявил желание строить свой бизнес уже, то есть проводить работу в интернет. Да, мы там уже прям целый блок там о том, зачем это надо. И там есть, то есть такая мотивация, что человек четко понимает, что это действительно очень просто. Что мы говорим в этом блоке? Практически 100% информация есть в виде обучения проводит моя супруга Яна Минасян в территории роста на канале про 150 баллов, то есть как их сделать. И даже на обучающем сайте, как делать 150 баллов, там есть эта информация. И там же видеоролик Ян есть. Вот фактически все, что там написано, мы это прорабатываем с человеком. То есть мы даем понимание, ибо нафига это? И большая часть новичков относится к этому абсолютно нормально. То есть, понимаете, все зависит от нас. Как мы человеку донесем это, так он и будет это воспринимать. Если мы это доносим, ну, как что-то естественно, само собой разумеющееся, он и будет к этому так относиться. Если мы этому начинаем ему доносить это, ой, ну понимаешь, ну все бы классно, ну знаешь, ну там 150 баллов надо делать. Ой, ну надо. Все, начинает также относиться к этому. Все зависит от того, как мы человеку даем. Да, потому что у него первые эмоции, первое видение складывается из того, как он общается с нами. И фактически все его ближайшие нюансы, моменты, мысли, эмоции, это то, что мы в него закладываем. Это можно сравнить, знаете, вот как с программированием. Как вот, я не знаю, вот, как еще, как будто человек учится писать. Да, если у него стрёмно написано в тетрадке, ну извините, на кого кривить? На тот, кто писал, да, на руку. То есть, как это еще по-другому объяснить? То есть, ну, так. Цель должна быть. Ну, естественно, Диана, в любом случае, чтобы что-то делать, нужно понимать, зачем мы это делаем. И, естественно, мы каждому новичку вместе с ним ищем эту цель. Ну, либо она тут вот на поверхности лежит, мы ее берем и уже, то есть, идем дальше. Либо, то есть, ну, чуточку с ним пообщаемся. Потому что без цели, то есть, без, ну, нет смысла. Когда нет никакой мотивации, человек не начнет ничего делать. Как говорится, человек может любое что, если знает зачем и знает как. Потому что если человек не знает зачем, он никогда не возьмется за это дело. У него нет никакой ни цели, ни причины. То есть мы ищем либо цель, либо причину. Чтобы это у него было. Так. Еще вопросы, дамы и господа? Ну вот из того, что я вам уже сегодня рассказал, вот, ну, поставьте там плюсики в чат. В полном ли объеме я отвечал вот на ваши вопросы? Нет, необходимо, прежде всего, то есть для обратной связи. Тоже постоянно слежу за собой, чтобы информацию давать ну, в самом лучшем виде, чтобы люди действительно понимали все то, что я говорю, чтобы применяли это. Ну, поставьте плюсики в чат, если вот сегодняшнее обучение, я действительно, то есть полноценно отвечаю на все вопросы, доступно и понятно. Все, спасибо, ребятки. Так, про 150 баллов говорить надо сразу, мотивируя выполнением программы, за которую приятные бонусы, призы. Вот так, включать канал пользы продукции с самого начала. Ну да, в принципе, единственное, я же говорю, я не в презентации этого тут в первой человеку говорю, не на первом скайп-собеседовании, а на повторной скайп-встрече. То есть впервые, вот любая презентация, она строится по принципу. Да, мы говорим человеку, что нужно делать, но не говорим, как это нужно делать. Если его интересует, что и как, все, это уже есть повторная наша встреча. То есть как, это уже процесс работы.
То есть человек еще должен ну, дойти до второго шага и не слиться поэтому. То есть, на самом деле, когда я провожу презентацию, вот, тоже постарайтесь выработать это в себе. Я абсолютно нейтрален к человеку. Да, вот здесь, знаете, вот как бы две стороны одной и той же медали. С одной стороны, я абсолютно заинтересован в каждом человеке, но с другой стороны, я абсолютно на первом этапе к нему нейтрально расположен. Я к нему эмоционально не привязываюсь. А в каком плане? Потому что еще пока непонятно, он себя еще никак не проявил. И только после презентации человек сам себя либо отсеивает, либо идет дальше. То есть, да, тогда уже начинаем, то есть как-то идти дальше. Но до того момента, пока он скажет там да, нет, то есть я вообще нейтрален к нему. Естественно, я стараюсь быть более таким располагающим к себе. Потому что любая презентация, вот, знаете, вот, скатываясь уже к психологии, вот мы тупо продаем себя. Вот кто бы что ни говорил, вот элементарно на презентации. Если мы человеку понравились, элементарно как люди, как личности, к нам уже начинают прислушиваться. Если мы начинаем говорить то, что действительно актуально, все, человек уже слышит и начинает примерять на себя. То есть это такая целая взаимосвязь. То есть на презентации еще элементарно нужно понравиться, да? То есть это естественный процесс физиологический. Знаете, то есть как книжка. Если нам нравится обложка, мы начинаем открывать, уже что-то там читать. Читать краткое содержание. Понравилось содержание, все, начинаем читать. Но если нам не понравилась сама обложка, нафига два, кто книгу откроет? Так же и с людьми. И кто бы что ни говорил, вот психология, она есть всегда и везде. Ну, как говорит Задорнов, да, строители по одежке проводили так же плохо. Вот чтобы так не возникало, нужно всегда, то есть, иметь хорошую обложку и очень хорошее содержание, да, чтобы человеку было приятно с вами познакомиться и приятно с вами пообщаться, да, чтобы он приятно был удивлен. Так. Много отказывают, и как работаешь с возражениями? Ну, знаете, почему-то мне отказывают немного. Ну, как-то вот, как-то так складывается. Поначалу было по-другому. Ну, знаете, мне сложно отказать. Действительно, то есть на это никакое не самомнение, но просто статистика такая. Мне мало отказывают. Ну, отказывают, бывает иногда. Не без этого. Но очень мало. Как работаю с возражением? Я у человека его возражение перевожу в вопрос фактически. Пытаюсь узнать, что стоит за его возражением. Фактически любое возражение – это скрытый вопрос. Я задаю ему его же вопрос, чтобы он сам на него же ответил. То есть фактически его возражение – это следствие. Помните, причинно-следственная взаимосвязь. Его вопрос, возражение – это следствие. Моя задача узнать причину, почему он так думает. Я задаю из его возражения вопрос и узнаю причину. Узнав причину, я начинаю уже, то есть искоренять причину. И как следствие убирается это возражение. То есть вот такой механизм работы с возражением. Дальше уже идет игра слов. Так, не все приходят в бизнес, многие приходят на продукцию. Согласен, многие приходят на продукцию. В компании сейчас великолепный выбор товаров, а отказывают идти в бизнес. А отказывают идти в бизнес, значит, подарите подарочек. Маленький подарок, духи, пробник, крем. Так, Татьяна, что вы извинения просите? То есть мнение это нормально. У нас же здесь обучение, то есть режим вопрос-ответ, то есть обменимся информацией. То есть, ну, можно и так. Знаете, то есть я никогда, то есть, не дарил подарков вообще. Я, может быть, и самый плохой из всех спонсоров. Я никогда никому никого не подписывал и никогда не дарил никому подарки. Я элементарно всегда человека мотивирую на конкретные действия, полезные для него. И вот мое личное мнение, оно может быть неверным. Я не претендую сейчас на как эксклюзивность там, или на единственное правильное мнение. Это просто моя точка зрения. Как говорят, правда у всех своя. Я никогда не буду человека подкупать. Я никогда никого не покупал. Не покупаю и не буду покупать какими-то подарками. Я человека заинтересую. Я сделаю так, чтобы он сам захотел этого. Вот это более
на мой взгляд, эффективный способ и долговременный, на долгосрочную основу. То есть временный какой-то подарочек, его может замотивировать, может нет. А вот эта стратегия заинтересованности, это уже долговременная стратегия. Так. Екатерина, ну по-разному. Может быть, знаешь, вот может ты права, может и нет. То есть здесь опять-таки же истина где-то рядом, как нам рассказывали секретный материал в свое время. По-разному. Все зависит, знаете, то есть от внутреннего настроя человека. Все зависит от его внутренней уверенности, от его компетентности, от того, насколько он в теме и насколько он владеет инструментом. Самый главный инструмент в нашем деле – это навык общения. Как мы тренируем навык общения? Это много читать, много говорить, тренировать язык. Да? Как шутка, самый главный инструмент в нашем бизнесе – это натренированный язык. И как в политике, одно неверное слово, и вы где-то там. Вагонами, КамАЗами. Чтобы он попробовал продукт, ну не знаю, Татьяна, может быть и так, может быть вы правы, может быть я не прав. То есть, ну я делаю так, опять-таки же, я не буду ему ничего дарить. Может быть я жадный такой, не знаю. Ну я его просто замотивирую, заинтересую, пусть он сам покупает. Так. Как общаешься с консультантами из других структур, которые зовут к себе? Вот, кстати, знаете, из других структур меня никогда никто к себе не звал. Из других сетевых компаний звали, да, а из других структур никто к себе не звал. Ну, не знаю, как-то обошли так вот. А, ну вы имели, вот у меня несколько фаберликовцев приглашали. А, из других сетевых компаний приглашали. Я всегда внимательно их выслушаю. Я всегда их выслушаю. Зачем? Потому что они могут также начать тревожить моих консультантов, моих новичков. Я всегда должен быть в теме, что они же там новенько. Но консультанты других сетевых компаний в последнее время ко мне не обращаются, потому что они не проходят вообще. Я знаю их маркетинг-план. Я знаю четко все наши условия. У них нет никаких шансов. Как бы они себя в грудь не били, хоть волосы на груди пусть рвут, я не знаю, но у них ничего не получается. У них нет весомых аргументов в пользу их компании. И заболтать они меня не могут. Да, то есть у них нет такой навыка общения. И у них есть какие-то раздутые понты, необоснованные зачастую. Я всегда, знаете, вот я нейтрально относился к бизнесу. То есть и к Oriflame, и вообще, я подхожу всегда с точки зрения разума, адекватности. Я вижу то, что работает, я вижу то, что не работает. Я вижу то, что эффективно, вижу то, что неэффективно. И то, что не работает неэффективно, это делать никогда в жизни не буду. Может быть, попробую просто так для опыта, но зачастую не буду делать. И когда мы общаемся с людьми, они мне начинают говорить то, что ну, либо низкоэффективно, либо неэффективно в принципе. И когда я им начинаю приводить аргументы и доводы, то есть они все, они затухают. Они начинают там что-то иногда, либо просто начинают молчать и все, уходят, либо начинают как-то со мной спорить. Я никогда не спорю. Я всегда говорю, ну знаете, может быть вы правы. А давайте посмотрим на вот эти факты. Давайте посмотрим на вот эти факты. А что можете сказать об этом? Что можете сказать об этом? И они все, приплыли. Все. То есть, поэтому они, может, где-то ко мне не особо любят общаться. Хотя, ну, консультантов много, но, может быть, они просто на меня еще не выходили. Да, Елен, список литературы, как ни странно, о чудо, есть на нашем обучающем сайте. То есть это стартовый такой списочек литературы. Прям заходите в раздел для консультантов, в подразделе «С чего начать», там, по-моему, последний, предпоследний раздел – список рекомендуемой литературы. Там каждую книгу вы можете скачать и прочитать. То есть там все скачано, там все есть. Татьяна, я с вами согласен. В компании важны продажи. И как ни говорить, продавать надо. Поэтому мы мотивируем людей на покупки, чтобы начали покупать сами. И если он строит уже бизнес, чтобы он
Дел 150 баллов. А как он их будет делать? Либо себе возьмет, либо каталог покажет. Это уже по его выбору. Единственное, если человек начинает более-менее серьезно что-то делать, мы по-любому научим его продажам. Потому что продажи вообще важны как концепция. Даже презентация – это процесс продажи. Первое свидание парня и девушки – это процесс продажи. Устройство человека на работу – это процесс продажи. В широком смысле этого слова. То есть это умение предоставить либо продукт, либо информацию таким образом, чтобы заинтересовать собеседника. То есть это процесс продажи. И этому нужно научиться. Этому, именно этому мы людей и учим. Ну да, 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 все правильно. Мы единственное, мы учим всем современным способом. То есть как это делать. У нас есть клиенты, которые покупают офлайн, да, то есть мы им приносим заказы, и у супруги там, ну, меньше 500 баллов, ну, не получается делать. Часть, ну, где-то там баллов на 200-250 только себе в семью, там wellness, помыться и все такое прочее, ну, такой у нас подписка wellness, исправно это витамины себе, супруге, ребенку. Омега-3, этот, рыбий жир и витамины, витамин-минеральный комплекс. Это вот уже 4 подписки. Плюс 2 коктейля, вот у нас уже 6 подписок. Это мы только на семью. Плюс супы там, ну и так далее. Это только в нас. И плюс остальное прочее. Даже когда человек берет себе, ему нет смысла уже там продавать. Есть необходимый минимум 150 баллов, вот так. Но этот навык мы в любом случае тренируем, чтобы человек умел это делать. Потому что нам важно, чтобы человек был профессионалом во всем, и чтобы к этому уже не возвращаться. Так. Татьяна абсолютно права. Неумение, человек не умеет продавать сам, то есть никогда не научит этому свою группу. Естественно, мы этому навыку всегда обучаем. Так, девушки, мальчики. Мы с вами уже сидим 37 минут. Давайте вот еще, может быть, 1-2 вопроса отвечу и уже закруглимся, чтобы время проводить более эффективно. Что информацию вы сегодня уже немало получили. Давайте еще 1-2 вопроса и уже, то есть, пойдем заниматься делами, великими делами. Татьяна, квалификация директор? Директор Oriflame? На сегодняшний день? По факту. Ну, скоро будет больше. Что и когда, не скажу. То есть, кто я по профессии? Елена, ну, у меня их много разных профессий. Основная, то, что написано в дипломе, то есть заканчивал экономический факультет по специальности финансы и кредит, достаточно широкая такая тема. То есть я экономист, грубо говоря. То есть у меня кандидат экономических наук, то есть аспирантуру, то есть закончил. Но дальше у меня есть куча профессий, которые я самостоятельно изучал. Я могу быть и психологом, я могу быть и дизайнером, я могу быть и программистом. Там, ну, еще несколько разных. Это то, что я изучил. Ну, основное. По профессии экономистом никогда в жизни. Мне хватило практики в институте. Я посмотрел на этих бедолаг, которые работают, кто-то в бюджете, кто-то на заводе. Я понял, что никогда я в жизни этим заниматься не буду. Но я пошел в бизнес. Просто применил уже, то есть, кое-какие свои навыки в области бизнеса. Потому что мне посчастливилось на четвертом курсе пообщаться, то есть, с крупным предпринимателем, и фактически это общение, то есть, определило всю мою дальнейшую жизнь. То есть я фактически не посчастливилось на четвертом курсе института пообщаться с долларовым миллионером, который чуточку в подвыпитом состоянии, то есть мне много чего интересного рассказал. Было дело. И фактически после этого с его советами я пользуюсь по сей день. По сей день. Советы были очень классные. Ну что, дамы и господа, раз вопросов больше нет, разрешите вам откланяться.
То есть поставьте мне плюсики в чат, если все то, что я вам сегодня рассказал, было вам интересно, полезно. Мне очень было приятно сегодня с вами пообщаться, поделиться своим опытом. Надеюсь, вы примете это для себя, будете это использовать, и это будет для вас эффективным, да, чтобы благодаря нашему опыту вы достигли своих высот, чего вам всего искренне желаю. Ну, запись вебинара будет, ждите в ближайшее время на нашем канале. А пока всем удачи, всем успеха, всем карьерного роста и до встречи на следующих вебинарах. Всем пока!